Вот, друзья, смотрите. Вот, вот, давай, 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 давай. Вот такой карасик. Нормально хороший, добротный карась онлайн клюнул. Рыбалка Кстово. ТВ-канал для настоящих рыбаков. Друзья, всем привет. Ну, сегодня решил я выбраться на рыбалку за карасем. Товарищ Михаил уже уехал туда в 3 часа. Написал мне: Антоха, мест нету. Мест нету, он кое-как нашел где-то в кустах, в камышах стоит. Я говорю: а что по рыбе? Рыба, говорит, ловится. Рыба ловится, карась не крупный, но нормальный, сковородный. Плюс еще, говорит, заедь купить червячка. Ну, друзья, еду ловить на фидер, ну и, конечно, поплавок. На этом озере есть две рыбы, три точнее, ротан, карась и какая-то верхоплавочка. Сейчас вот время у меня за бортом 6:48, 20 градусов тепла, жара сегодня обещали до 30-ки быть, позагораем, половим карасика, даст бог, хорошо отловимся. Ну, как отловимся, так отловимся, друзья. А вам всем приятного просмотра, хорошего настроения. Все, смотрим, друзья. Как приеду, разложусь, расскажу все как есть. Друзья, ну вот я приехал на озеро. Такого количества рыбаков я не видел. Не знаю, сколько здесь не рыбачу. Столько рыбаков не видел. Воды очень много в этом году. Очень-очень много. Сейчас будем искать Михаила. Смотреть, где. И женщины рыбачат, и собаки рыбачат. Все рыбачат. Куда встать? Бог его знает. На той стороне. Ё-моё. Сколько рыбаков. Там вроде Михаил стоит, да? Да, друзья. Столько рыбаков не видно. Смотрите, тут прямо семейные подряды вот ловят. Ну вот, Михаил здесь. Эй, мужик, ты что на мое место встал? Ты что? Может, договоримся? Договоримся. Давай, не показывай лучшую рыбу. Друзья, приехал. Сейчас посмотрим, что он тут наловил. Народа. Я думаю, где в городе народ? А, он тут на 8 удочек. Во, смотрите, карася поймал. Блин, друзья, сейчас заберу лопату. Все удочки у него закопаю. Пускай дает отдохнуть. Ну, покажи, браконьер. Ну вот. Так, ну все, мужик, давай собирайся. И хотел сказать матное слово. Звездуй домой. Ладно, блин, надо искать место. Тут два фидер-то я, наверное, не поставлю. Чего? Я говорю, я сдвинусь туда, а ты поставишь здесь. Ну, понятно, ну сейчас попробуем. Ты на поплавок тоже ловишь? Все, друзья, иду я переодеваться и ловить. Тут по два фидер не получится никак. Пускай по одному стоит. Сейчас вот надо у Мишки увлажнить, прикормочку будет, и кормушки забивать. Ну, еще попробуем, будем ловить на фидер. Я буду ловить на фидер, на поплавок. И Мишка тоже самое. Мишка по правому флангу, я по левому. Сейчас колокольчик прицеплю и буду ждать первую рыбку. Все, я вроде разложился. Мишка так по-прежнему ловит, он карасей, на поплавок клюнул. У меня на фидер было потрясение, а вот на поплавок тоже клюет. Сейчас вот увеличу. Он как играет хорошо. Блин, просто зеркало сегодня на льду, хотел сказать, на воде. Нету ветра. И это просто великолепно. Опа. Повел и не довел. Все, друзья, как поймаю первого карася, может даже ротана поймаю. Мишка одного ротанчика поймал. И покажу. Садок пока у меня сохнет на берегу. Ну что, друзья, наконец-то я поймал один маленький, был, а этот
такой сковородный карасик клюнул, но поплавок фидер вообще молчит. Ну, может, на поплавок будем ловить. Посмотрим, у Мишки тоже утащило. Смотри, туда. Ротанчика. Вот ротанчик. Ну-ка покажу сюда, я его увеличу. Повыше. О! Ну, плохо видно, солнышко освечивает. Ну, вот. Видите, я тоже одного ротанчика поймал. Тоже его в садок. У меня карась и один ротанчик. Можно сказать, я вообще обнаглел, два фидера забросил. И поплавок. Мишку вообще выгнал сюда в кусты. Обурил, как говорится. Вот так вот у меня встает в левую сторону, у него по прямой, вправо. Рыбаков полно. Столько рыбаков здесь я не видел, наверное, за все вот эти рыбалки суммарно собрать. Не видел. Фидер тоже молчит. Ну вот, наконец-то я на самый нерабочий фидер. Ну, почему нерабочий? Потому что вот этот фидер по предыдущим рыбалкам сам такой уловистый был. Ну, не знаю, монтаж здесь может другой, катушка может другая. Так, Михаил тоже насаживает червячка. Да, кстати, карасик вот попался. Ну, такой добротный, смотрите. Смотрите, супер карась. Сейчас его туда, к своему брату. Опа. Садок всю зиму пролежал, друзья. И, надеюсь, не гнилой. Рыбка не уплывет. Вот так вот. Мишка тут уже норму вылова выловил. Ну как норму выловил? Хорошую жареху, даже не одна. Все, пробуем, ждем. Вроде один раз запутались мы с ними. А так вроде уместились. Как у малосемейки. Вот у меня на поплавок клюет. Давай, давай. Опа. И убежала. Давай, Миш, закидывай. Все, друзья, рыбачим, рыбачим. Никому не мешаем. Ну, у него, он далеко не бросает, там у него уже стол накрыт с прикормки. А я чуть подальше закидываю. Карасик ладошечный. Клюнул на фидерочек. Опа! Садок наполняется, надо проверять, главное дело, чтобы рыбка не уплыла. Вот все, левый фланг работает. Правый молчит. Плавок тоже, друзья. Вот такие карасики. Грамм по 20 попадаются. Воду заморозил, потому что, говорю, передают сегодня 30-ку. Ну, вот, многие вот уже поехали с рыбалки. Ну, правильно, кто с трех рыбачит, кто с ночи. Вот у Михаила клюет, сейчас может... Вот, друзья, смотрите. Вот, вот, давай, 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 давай. Вот такой карасик. У нас пока главный герой Михаил, он и ротана, и это. А меня пока, как я вынимаю рыбу, Михаил еще не заснял. Но он недолго будет у нас, потому что он сегодня, можно сказать, с ночи рыбачит. А я подъехал, где-то я пол восьмого подъехал. Немножко рыбка затихла. Затихла. Есть такие одиночные поклевки. Карась клюет. Двух ротанчиков поймал. Многие уже уехали. Ну, кто-то с трех часов рыбачит, кто-то с четырех, а может кто-то даже ночевал. Такая вот рыбалка трудовая. Поплавок ее обрал, потому что вот слышно колокольчики, да, на противоположном береге. У кого-то клюнуло. Поплавок прибивает, я убрал. Сейчас только чистое на фидеры. На фидеры, на осадка, все червяк. Бывает один удар и все. И больше ничего нет. Надо хотя бы на жарешку, на сковородочку поймать. Давайте досмотрите вместе со мной. У меня удар был, и у Мишки удар был. И все, по губам. Ну вот у него слетел, говорит, вначале чувствовал. Ну вот такая вот рыбалка бывает, карась тоже нас обдуривает. Друзья, вот такое карасище. Ой, крутится и вертится. Клюнул. А жизнь-то налаживается. Все, друзья, садок наполняется. Жареха будет знатная. Похоже, что ласковый.
прям в садок его. Ну, собственно, я так и сделал. Не насмотришься на небо, когда ловишь на фидер, на колокольчики. Вот сидим, смотрим, когда они сработают. Ну да, друзья, если не срабатывает, наверное, минут 15, ну 10-15, 20 максимум, надо, думаю, перезабрасывать, забивать кормушку. Потому что, ну, все может быть. Может быть все. Может где-то кустик зацепился, может где-то перепутался. Сейчас буду перебрасывать. Рыбаки слева-справа уезжают, смотались. Слышно треск сматывания этих катушек. Михаил здесь у нас попивает кофеек, рыбу окрыляет. Потому что затишье. О, друзья, на поплавочку какой хороший клюнул. О, как стоит. Как на живца. Ну, это за верхний плавничок запутался. Ну все, да, друзья, я перекинул, перенасадил. Добавил еще в кормушечке пружину, прикормочку. Так, Миша, ты куда пошел? А, доставать. Что там далеко у него, что ли? О, друзья, там где-то у него в органах. Ловлю, сейчас немножко подмотаю. Чуть-чуть. Вот так вот. Подожди, я бы выбросил. Подожди. Подожди, 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 не тащи. Верхний крючок зацепился сразу. Вот так вот немножко зацепил, друзья. Сейчас Мишка подтащит. Вот такие карасики ловятся, друзья. Но места мало. Ну все же. Ну что, друзья, мы с Михаилом перешли вон тот под правый угол ловить карася. Блин, он ловит карася. Я нет. Он троих, я ни одного. Но он еще подсаживает к червячку опарика. Сейчас тоже попробуем. Вот именно там, вот в уголке. Он уже второй день закармливает. А фидеры молчат, фидеры молчат. Ну, все практически рыбаки разъездили там на противоположном берегу, и то вроде собираются. Друзья, исключительно перешли на поплавок. Вот в том углу поплавки видно, не видно. Вытаскиваем неплохих карасей. Фидер уже где-то минут 40. Тишина. Вот смотрите. Видите, нормально, хороший, добротный карась онлайн клюнул. Я ловлю чисто на двух опарышей. У меня красные и белые есть. Смотрите, какая пузатая самка, наверное. Еще он пока не болел, не крометил на этом озере. Ну, сейчас Михаил тоже поймает. Да, Миш, и ты домой поедешь. Друзья, ну он с 4 часов работает, а мы сейчас немножко во вторую смену останемся. Обязательно покажем, сколько там у него в садке. Ну, немножко там у него, да, штучек так 15, может, 30, может, 50. Покажу. Чуть попозже, да, вы дождитесь, досмотрите. А вот такие карасики у нас. На поплавок перешли, друзья. Друзья, смотрите, такое вот природное явление. Ветер нам в спину фигачит. Ну вот видно, да, по рябе. И ветер, и практически навстречу. Навстречу, ну, слева. Вот такое явление природы, я не знаю, как это называется. Вот нам в спину оттуда фигачит. И, если смотреть по картинке, слева. Вот такая вот погода. Ну, может, ветер так меняется. А мы так по-прежнему ловим карасей. И вот иногда бывает чистим дно. Салат. Салат. Ну, тоже что, надо на салатик взять жене. Пускай покрошит. Уже не сам поем. Сам поест, говорит. Ну что, Миш, ты все, домой собрался? Все, пора. Ну давай, давай, показывай. Зрители хотят посмотреть, что там наловил. С 4 утра. Ну, до 11. Ну, немножко поймал штучек. Не знаю сколько, друзья, смотрите, какой. Охренеть. Карась. Клюет. Да. Он на фидер клюет. Ну ладно, пускай там сидит. На разных озерах. Где-то белый карась. Где-то, а здесь такой
темненький. Да, ну давай, Миш, держи. Давай, сейчас. Теперь моя очередь. Да, теперь его. Давай, попробуем. Еще. Как по ощущениям? По ощущениям? Друзья, вроде что-то есть, а может и нету. Вон пакет. Да, друзья, есть. Есть карась. Вот, друзья, на фидер клюнул. Вот такой я голенький. Ой, убежал. Давай, выключай. Ну что, Миш, поехал? Да, пора. Ну давай. Спасибо за компанию, спасибо за рыбалку. Все, давай. До новых рыбалок. Я еще, друзья, немножко порыбачу. Фидера молчат. Поплавок. Так немножко поклевый, да. Смотрите, Михаил здесь был, место за собой убрал. Я тоже за собой все уберу. Ну и заберу даже не свои. Никак не свои, да, баночки. Да, не свой мусор. Все, на водоем никого нет, друзья. Сколько было народа утром, это... Можно сказать, целый аншлаг. Друзья, ну смотрите, карась, и начал попадаться ротанчик. Ну, вот таких еще штучек пяток, будет у меня, наверное, штучек 10, на жарюшку самое то. Фидера так и молчат. Одного карась поймал на фидер, и все. Я его смотал, один фидер. Второй тоже буду сматывать, но зато очень хорошо клюет, потом не сглазить на поплавок. И достаточно добротный карась такой, такой же, как и на фидер. И, как говорится, геморрой поменьше. Вот так вот у нас. Никого, ни души, друзья. Как будто на этом озере нет никого, да? Если вот сейчас бы приехали мы в обед, и никого не увидев, да, подумав, что здесь рыба перестала клевать, не ловится. Все, понемножку сюда я переместился, под деревце, тенечек. Все, сейчас я тоже смотаю фидер и буду ловить чисто на поплавок. А вот поклевка есть, друзья, есть. Вот, ай-яй-яй-яй, кустики завел. Ну все, выключаюсь, ловлю на поплавок. Остался у нас один поплавок. Так вот на него сейчас и будем заканчивать. Ну, еще половлю, не знаю сколько времени, но немножко. Буду заканчивать, немножко прибрался, фидера протер. Так, червячка надо, друзья, чтобы не жарился, не испарился. Вот сюда уберем его. Ну, вот так вот ждем карася на поплавочек. Кстати, он что-то вроде поклевка есть. Друзья, ну вот, решил немножко посидеть, отдохнуть от всей рыбалки, от жары. Тут немножко позагорал, маечку одел. Рыбалка супер, друзья. Ловили изначально на фидер, а потом переключился я на поплавок. Вот сейчас покажу, где. Вот там вот мы с Михаилом в кустиках хорошо закормились. И хорошо полавлю. Вот я сейчас фидера все сложил. Скоро домой поеду и ловлю чисто на один поплавок. Ну, рыбалка, можно сказать, по карасю. Это вторая рыбалка моя по карасю. В этом сезоне он даже клюет. В этом сезоне, это весной. Я очень доволен. И штучек 6-7 поймали ротанчиков. Ну, такие ротанчики. Более-менее. Ну, на жарюшку можно их пожарить, ожарить. И карасики. Карасики есть. И вот такой вот маленький, и больше ладошки. Ну, в конце я вам покажу. Сейчас немножко еще доловлюсь. Вещи собрал. Мусор тоже с собой убрал. И, как говорится, поеду домой. Рыбаков нет никого. Все с утра отловились. А, кстати, ловлю на опарыша, друзья. Два опарыша. На червя тоже ловили. Но что тут? Насадил двух опарышев и неплохо поклевывает. Сейчас немножко посижу, отдохну. И ловлю и домой. Ну что, друзья, все, пришло время заканчивать. Вещи я уже убрал. Оставил тудочку. Поклевка. Что-то клюет, да?
ветер поднялся, но рыба клюет. Рыба клюет, друзья. Поплавок, опарыш, карась, озеро. Рыбалка суперская. Обгорел, загорел, спина горит. Пить охота. Можно сказать, уезжаем от клева. Ну, пойдемте вам покажу, сколько я поймал. Сейчас ее ведро переложу, друзья. Вот так вот. Вот это уловище, друзья. Это просто супер. Рыбалка. Мне такая рыбалка нравится. Я считать не буду, сколько здесь карасиков, но достаточно много. Ну все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем, как говорится, не болеть. 36,6. Всем добра, всем бобра, литр самогона. Пока-пока. До новых встреч, друзья. А я еду домой. Пока.